Привет, меня зовут Викли. И добро пожаловать в Привет, сосед 2. Мы продолжаем проходить эту замечательную игру. В прошлой части мы проник, насколько понимаю, в старый дом соседа, где произошло нечто очень-очень страшное. К сожалению, мы эту локацию до конца не прошли, этим мы займемся прямо сейчас. Ну а перед началом, конечно же, попрошу тебя влепить свой лайк, также можешь подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики на моем канале, конечно же, не пропускать. Я пожелаю тебе, конечно же, приятного аппетита и приятного просмотра. Ну а мы начинаем и поехали. Итак, вот тот самый домик, мы снова заходим внутрь. И нам нужно найти еще два ключа. Опять полицейский мне просто достал, реально. Меня сейчас, скорее всего, поймает, но это и к лучшему, потому что мы начнем все с самого начала. Да, в самом начале начинаем с самого начала. Так вот, как я сказал, нам нужно найти, собственно, два ключа. Он меня реально бесит, он даже на улице нагоняется. Ну просто ужас, ну просто как от него скрыть, скажите мне. Пока он там вот находится, мы быстренько забегаем, получается, в доме. И, соответственно, ищем нужные нам вещи. Нам нужно, во-первых, разгадать вот этот вот код. И я за кадром побегал, и я кое-что интересно нашел. Короче, мы идем прямо сейчас к телевизору. Мы его включаем вот таким вот образом. И тут есть вот такая вот надпись загадочная. Она статичная, и получается у нас есть три заглавных буквы, а именно N, O и T. Скорее всего, это код, то есть нот, потому что других вариантов я вообще не вижу. Я бы сказал абсолютно весь дом, и, к сожалению, я так ничего и не нашел. Итак, нон и нот. И да, это сработало. Я, честно, это знал. Я был в этом уверен, потому что других вариантов у нас просто нет. Мы берем фигурку вот этого пацана, то есть сына соседа. И отправляемся к нашему домику. Только сейчас будем идти максимально осторожно, чтобы нас не завалили. Так, а вот, собственно, наш домик. Давай-ка посмотрим, как тут все стоят. Сосед у нас находится справа. Слева у нас стоит дочка соседа, но по центру у нас стоит пацан. Поэтому мы их сейчас тут так и расставим. Так, соседа ставим, потом забираем ее. Ставим ее с краешку, а пацана здесь посередине. И мы получаем новый ключ. Отлично. И с этим ключом мы сможем открыть, соответственно, еще один замок. Такой у нас полицейский, черт. Нет, 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 нет. Шкаф быстренько, я не успею, да, меня сейчас убьют. И нет, смотри-ка, он меня не заметил. Хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Так, нужно его каким-то образом отвлечь. Я думаю, это сделать с помощью будильника. Как раз-таки тут есть это будильник. Вот его заводим, хорошо. И сейчас быстренько мы отсюда вот так вот свалим аккуратненько. Он побежит сюда. Давай, давай, беги, беги. А мы пойдем куда? Мы пойдем открывать наши замки. Так, подожди, он идет или нет? Не могу понять. Вроде бы он идет. Давай-ка мы аккуратненько все это дело обойдем. И откроем наш очередной замок. Вот так вот подходим и открываем. Хорошо. Ну и последнее, что остается, это игральные кубики. Я заметил, что они везде разбросаны. Нужно их сейчас всех пособирать, соответственно, с ними так что-то сделать. Потому что не просто так они везде валяются. Вот один кубик. Стой, подожди, зачем я закрыл? Забираем его. Вот, хорошо, кубик у нас есть. Я уже просто, честно, мечтаю выбраться из этой локации, потому что этот полицейский меня, он просто достал. Так, он ушел вроде бы. Соответственно, мы нашли кубик, хорошо, и погнали искать другие кубики. Они разбросаны абсолютно везде. Мы будем их складывать в определенное место, вот сюда вот, скорее всего. Потому что, мне кажется, с помощью них мы должны собрать определенный код. У нас уже есть два кубика. Хорошо, давай-ка посмотрим. Возможно, мы найдем еще где-то кубики. Вот еще кубик, отлично. Собираем. И, кстати, тут наверху есть у нас какие-то цвета. А точнее, красный, синий, зеленый и желтый. Мы уже нашли зеленый. Также мы нашли, это у нас какой-то красный, скорее всего, да, а также синий, то есть нам остается найти только желтый, и все, мы сейчас будем искать желтый кубик, возможно находится как раз таки на втором этаже. Так, полицейские, мы прячемся от него опять же, погнали быстренько проверим второй этаж, пока он не видит, хорошо, слепошара, конечно, проверяем второй этаж, смотрим, смотрим все подряд, ищем желтый кубик, если я, конечно, правильно разгадал тот самый шифр. Так, у нас наверху гиря, угу. В этой комнате, скорее всего, желтого кубика у нас нет, поэтому пойдем вот в эту комнату и будем смотреть дальше. Так, игрушки, главное на них не наступить. Ну, слушай, мне кажется, что все кубики должны быть внизу почему-то, вот реально. На втором этаже, потому что я не припомню, чтобы мы находили кубики, и здесь их действительно нет. Поэтому мы... Ну, блин, ты достал, реально, отстань от меня, пожалуйста. Так, я забрался наверх, и... Что такое? Подожди, я от него убежал, что ли? Я не верю. Я застрял! О, нет, не застрял. Он вроде бы ушел от меня. Хорошо, давай-ка мы его как-то отвлечем сейчас. Даже не знаю как. Подожди, а как мне сюда смотаться-то? Ну ты достал, отстань, пожалуйста, нет, 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 так, нет, стой, стой, блин, он меня все-таки поймал. Но это хорошая возможность быстренько пробежаться по первому этажу, пока он находится на втором, поэтому мы это сейчас прямо и сделаем. Так, заходим и быстренько проверяем, вот, желтый кубик. Это не желтый кубик. У меня просто зрение фиговое, подумал, что кубик валяется, это нифига не кубик. Это нифига не кубик, это просто бумажка обычная. Ой, я выкину ножницы, стоять, ножницы, обратно идите. Ищем, ищем, собственно, кубик, наверное, если я правильно, конечно, понимаю. А вот он, хорошо. Заходим и, получается, смотрим, какие у нас тут есть цифры. Получается, красный это единичка, вводим. Потом синий это девяточка. Зеленый 8. И, соответственно, желтый это у нас четверка. Надеюсь, что правильно, и это правильно. Все, отлично. У нас есть все ключи. Мы можем открыть сейчас дверь. И наконец, давай это быстренько сделаем. Вот так вот, давай и.
Ну вы серьезно. Просто бежим и забегаем в эту чертову дверь. Все, полицейский, иди вон, я прохожу сюда. Давай, 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 ну быстрее. Есть, я успел пройти быстрый шкаф. Хорошо, то, что я спрятался. И он, наверное, сейчас уйдет, я надеюсь. Он стоит, смотрит, он чекает. Ладно, допустим, я выйду. Я выйду, и он все еще стоит. Подожди, а что здесь должен найти? Не могу понять. Давай-ка лучше буду ходить на шифте, точнее, на контроле. Как будем здесь все аккуратненько смотреть. Пока что непонятно. Подожди, а что я здесь должен. Ага, вот газета. Solving the summer case to slot. Короче, непонятно, что написано. Так, ну и у нас, видимо, какая-то катсцена должна быть. Нет, катсцена нет. Мы просто берем наш ключик. Ключик берем и сваливаем отсюда. Окей, так, я сейчас ничего не понял, но мы... А, вот катсцены как раз-таки. Самолетик. Попал прямо нам в корпус. Help me. Но это уже можно разобрать. Так. Подожди, а кому помочь? Даже можно посмотреть, что это там вообще было? Нет, у нас нет этой газеты больше. А подожди, а help me, а куда мне идти? Я не могу понять. Мы прошли нашу первую локацию, а вот куда двигаться дальше, и мне пока что вообще непонятно. Может, нам необходимо вернуться на нашу базу обратно? Может, там что-то изменилось, какие-то подсказки новые появились? Итак, заходим и смотрим, получается. Ну, видимо, у нас здесь ничего не поменялось, да? Вот, кстати, карта нашего города сверху. Google Maps местные. Ну, база у нас, конечно, шикарная, так все до конца не посмотрел. Но, кстати, тут есть вышка. Сейчас мы заберемся и посмотрим на все сверху. Возможно, я что-то новое найду. Нифига, сколько здесь камер. Так, вон там, получается, наш домик был. Вон тот, по-моему. Там есть какой-то дом стрёмный. Вон там что-то светится, а там у нас вообще здоровенный город. А вон то вот красное здоровенное здание, скорее всего, это новый дом соседа. Может быть, направимся сейчас туда. Давай реально побежим в дом соседа, почему бы и нет. Я, кстати, по карте так особо и не побегаю. Я ничего не просматриваю, поэтому этим мы сейчас как раз таки займемся параллельно. Подожди, а вот это у нас что такое? Это, видимо, какая-то закусочная. Там крендель здоровенный. Но здесь все закрыто. Close it for repairs. То есть for ремонт, так сказать. Окей, но мне пока еще сюда не нужно, наверное. Мне нужно в дом соседа срочно. Я хочу посмотреть, я хочу узнать, чем он там занимает свободное время. Здесь куча самолетиков, но я их не могу подобрать, к сожалению. И вот, вот дом соседа, скорее всего, да. Ну что, заходим, наверное. Мы можем реально зайти сюда. И шкаф тут есть, но тут замок. Так, и лопата, я ее взял. И что это значит? У меня теперь есть оружие. Что происходит? Мы просто отрубились, серьезно? Прикольно, это какая-то волшебная лопата, я не знаю. Свет не работает. Это какой-то кошмар, да? Это FNAF 4? Что это такое? Там умер сосед. Или кто? Или тут полицейский? Ой-ой-ой! Это был кошмар, это было стрёмно, я испугался. Мы проснулись, и... А, вот, как раз-таки у нас теперь изображена закусочная. Тут еще, кстати, есть велик, можно на нём покататься? Нет, к сожалению, не можем, хотя было прикольно перемещаться здесь на транспорте. Ну что же, а вот и наша закусочная. Так, тут, естественно, сейчас будет закрыто, насколько понимаю. А, нет, открыто, смотри-ка. Открыто, у нас тут повариха есть. Так, какая-то штуковина. Ну, это касса, видимо. Так, она добрая или нет? Здравствуйте, тетенька. Приготовьте мне, пожалуйста, пару пиц, там, не знаю, или чем вы тут занимаетесь вообще. Какая у вас специальность? Иди вам выпечка, да, какая-то, и она идет сюда, черт возьми, или нет, не идет сюда. Могу дальше пройти, интересно. Здравствуйте, здравствуйте. Так, опа, у нее ключи какие-то есть. Я ключи у нее своровал. Офигеть, я у нее ключи просто взял. Зачем мне это нужно? Она, видимо, вообще ничего не поняла. Так, я дверь, пожалуй, здесь закрою. Тут еще есть лестница. Так, подожди. Давай-ка следуем всю эту локацию. Можем тут еще сзади пройти. До свидания. До свидания. Так, ладно. Давай-ка, может, на лестницу заберемся, я не знаю. Можно забраться реально, смотри-ка, на крышу. Может, там что-то интересное найдем. Так, забираемся. И тут у нас есть проход. Судя по всему, можем попасть на второй этаж. Ну-ка, смогу разбить стекло. А ну-ка. Берем наш лом вот таким вот образом. И ломаем. Нет, не можем, к сожалению. Ладно, не можем, так не можем. Окей, а на крышу на самом. Можем забраться? О, могу, хорошо. Я на крыше, офигеть. Я на крыше, прикольно. Здесь какая-то труба. Опа, балкончик, балкончик. Хорошо. И дверь. Вот, мы на втором этаже, просто супер. Насколько я понимаю, мне нужно найти кнопки, наверное, я не знаю. Вот тут у нас что-то нужно. А чего, интересно, я ключ нашел? Давай-ка поищем, возможно, это где-то на втором этаже. Так, а ну-ка, вот, у нас какой-то замок есть. А ну-ка, ключик берем и... Меня убили, к сожалению. Я был близок к разгадке этого шифра. И у меня ключ потерялся, черт. Это мой ключ. Нет, уходим. Быстрее, 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 быстрее. Ты на улице меня не поймаешь. Аккуратненько так сейчас подкрадемся. И заберем наш ключик. Так, здравствуйте. Ключик забираем. Хорошо, и быстренько убегаем отсюда. Снова поднимаемся на второй этаж. И сразу берем его в руки. Интересно, я могу, кстати, отсюда сразу запаркурить. Вот таким вот образом. Так, хопа, на нафиг, давай. Ой, хорошо, могу.
Тихо, чуть не упал. Хорошо, быстренько идем открываем. Главное, чтобы нас опять не запалили. Давай быстрее, вот таким вот образом. Хорошо. Или подожди, это ключ не сюда. Это ключ не отсюда. Черт, что я вообще пытался сделать? Она снова здесь. Блин, ты достал меня. Нет, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, хоп, перепрыгиваем. Отлично, здесь ты меня не найдешь, да? Хорошо. Смотрим аккуратненько, чего же может быть ключик. Чего же может быть ключик? У нас шкаф есть. Подожди, а где она? Она была на лестнице, скорее всего. Чего? Ты ключ опять меня забрали, да? Я, кстати, заметил, эти часы, они достаточно громко звенят. И, возможно, нужно выставить вот это вот время. Но вот проблема в том, что здесь только одна стрелка. Мне нужна еще одна часовая стрелка, и тупо нет. Может, что-то тут на первом этаже найдем, пока ее нет. Давай-ка быстренько посмотрим. Так, холодильник. Тут замок, черт возьми. Скорее всего, это у нее ключ как раз-таки от холодильника. Аккуратненько сейчас у нее ключ своруем. Вот так вот подходим. Быстренько ее забираем. Уходим и быстренько пойдем откроем наш холодильник. Так, значит, я могу здесь окно открыть? Вот, могу, хорошо. Проходим, отлично. Откроем холодильник. Есть, хорошо, тут у нас лежит рыбка. Я даже знаю, кому дать эту рыбку. Быстрее перепрыгивай. Хорошо, фух. Успели, успели. Так, она у нас где-то здесь. Ходит, ой, она может выйти, черт. Так, аккуратненько проходим. И сейчас рыбку мы дадим нашему кошаре. Вот, на, бери, 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 хороший. А вот у него кнопка есть. Хорошо, забираем. Мы нашли единичку, просто супер. Погнали быстренько эту штуковину поставим. Все, я понял. Нам действительно нужно искать эти кнопочки. Так, давай вот сюда вставляем. Хорошо. Теперь, что мы делаем? Что мы делаем? Нам нужно найти ключ от той книги, да, скорее всего. Я, кажется, понял, что можем, кстати, ножницами прорезать. Она вообще будет отсюда уходить или нет? Так, давай, уходи, 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 уходи. Все, ты меня не видишь. Хорошо. Проходим обратно. И сейчас мы это все дело быстренько организуем. Давай, вот эта вот штуковина очень подозрительная. И да, отлично. Ключ. Ой, не ключ, а стрелка, черт. Быстрее уходим опять. Стрелка от часов. Хорошо, мы нашли ее. Так, давай, вот сюда вот мы ее фигачим. Хорошо. Нам нужно поставить 10. Вот так вот, 10, отлично. И теперь 35. Отлично. Еще одна кнопочка есть, просто супер. И вот, подожди, тут еще одна кнопка есть. Подожди, могу я сразу же забрать? Вот так вот, давай, хоп. Ну слушай, этот уровень, мне кажется, намного легче, чем предыдущий. Подожди, а как это сделать? Оно не уходит. Блин, а как это сделать? Подожди. Блин, ну ладно, возможно, нужна какая-то штуковина специально, чтобы это сделать. Но мы нашли еще одну кнопку. Это очень хорошо. Быстренько ее ставим. Так, мне осталось найти совсем немножечко. Всего лишь две кнопки. Одну мы уже нашли, осталась последняя. Смотрим быстренько, что здесь у нас. У нас тут есть огнетушитель. А зачем он мне нужен? Подожди. Так, изучаю, может, что-то еще найду. Так, лед есть. Вижу лед, вижу лед. Может. А, там все, там ключ есть. Там есть ключ. Подожди, стой, 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 стой. Я знаю, что нужно сделать. Короче, этот лед нам нужно расплавить 100%. Давай это мы сейчас быстренько организуем. Только как? Она вроде бы сама ушла. Хорошо, она ушла. Найс. Лед кладем вот сюда. Вот, отлично. Он плавится. Сейчас мы быстренько наш ключик заберем. Я не могу его забрать. Огнетушитель, я знаю, что делать. Так, огнетушитель, быстрее, 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 быстрее. Тушим, 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 тушим. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо, я успел. И я могу забрать эту штуковину. Так, давай. Есть, есть, хорошо, забрал, отлично. Погнали быстренько сейчас книгу нашу откроем. И там, скорее всего, будет опять же эту штуковину. Открываем это от этого. Хорошо. И что у нас здесь? Быстрее. Да, отлично, кнопочка есть. Отлично. И последний у нас здесь. Но как мне прорезать ножницами? Ведь оно восстанавливается постоянно. Я же, по идее, просто могу вытянуть руку и достать. Но так нечестно, почему я этого не могу сделать? Может, что-то с этой трубой сделать, которая это все поливает здесь, я не знаю. А вот, вот эта штуковина нужна, хорошо. И нужно найти источник подачи воды. Все, я разобрался, отлично. Так, берем нашу штуковину, вот эту вот, хорошо. Наш вентиль. Так, она меня опять заметила. Черт, она уйдет, интересно, потому что наш полив находится прямо здесь. Можно так, кстати, пролезть. Даже не дожидаясь, так ставим и прокручиваем. Хорошо, все, найс. Быстренько выпрыгиваем обратно. Быстрее, быстрее, быстрее. Найс, она свалила. Вот, но пожетело, и мы это как раз таки забираем. Давай сюда, давай, давай, давай. И все, эта штуковина моя. Отлично. Ну все, мы практически прошли все это задание. Давай-ка заходим. Ставим нашу кнопочку и вводим, скорее всего, 1576. Так, давай, 1576. И мы забрали еще один ключ. Отлично, найс. А ключ это от чего? Ключ это, скорее всего, от дома соседа. Это комочка сразу спокойно начать, как будто мы прошли уже всю игру. Но это далеко не так, и далеко не так. Так, и дом соседа, наконец-таки. Ну что же, открываем. И, оу, е, у нас теперь есть доступ в дом соседа. И вот сам сосед стоит. Офигеть, здорово. Ой-ой, ой-ой, так, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Все, до свидания. Ну что ж, на этом предлагаю наш сегодняшний видосик завершить. Если тебе, конечно же, понравилось, то не забывай влепить свой лайк. Также можешь подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики, конечно же, не пропускать. Но в следующей части мы уже продолжим прохождение Привет, сосед 2. С тобой был я, Твикли. Я не прощаюсь, я говорю, до новых встреч, друзья.